Надежда, в нем надежда. Он
Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает. Осанна, царь, ликуя, восклицает и преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, когда толпа с такой же самой силой требует Пилат Христа распни. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо возгласов царю осанна он слышит крик: распни его, распни. Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает. Деревьев ветви под ноги бросает и преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, в который деревянный крест колотят, чтобы к нему Иисуса пригвоздить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо пальмовых ветвей и славы он видит крест, насмешки и плевки. Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает. Пред Ним свои одежды постилает и преклоняет голову пред Ним. А он печально глядит и видит день, что будет впереди, когда, смеясь, солдаты бросят жребий, чтобы его одежды разделить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо тех одежд, что постилали, хитон свой видит на плечах чужих. Иисус въезжает